Давай мы поднимемся. Привет. Мы где находимся для начала? Мы находимся в театре эстрады. Это театр эстрады? Это театр эстрады. Я вижу дерево. Театр эстрады, хорошо. Аллукмас, идем. Так, ну расскажи нам, пожалуйста, что ты покажешь сегодня? А рубрика «Все знают», все уже знают эту рубрику под названием «Алешин Иллюжин». Верно. Алексей Гольдеров и его Петр друг. Петр Говоров. Да, простой Петр Говоров. Теперь, Петя. Да. Скажи мне, пожалуйста, самая популярная, скажем, эта игрушка. Warcraft, Dota. Пережила Покемоны. Все игры в мире. Дэнди. А, я понял. Там разные цвета. Это радуга почти, это мурзилка, нет, что я несу, это кубик Рубик. Это совершенно верно. Кубик Рубик. Смотри, я даже оделся так. Да. Лас-Вегас. Лас-Вегас. Он продается по сей день. Угу. Он может пережить всякие разные виды игры, угу. Да, и мировой, даже есть спорт. Ну вот, конечно, да, на скорость. Да, на скорость. И если я не ошибаюсь, мировой рекорд около... Ну, меньше 10 секунд. Ты ошибаешься. Да? Меньше 10 секунд. Меньше 9 секунд. Меньше 9 секунд. Сейчас мы попробуем. Раз, два, три и... Вот. Ого! Вот так. Ну, ты технику знаешь, я увидел. Ты несколько пальцев там тык-тык завернул и быстро сделал. Да? Да. А какой фокус-то был? Ты встань вон там, вон там. А, ну все. Это фокус, да, получается? Это фокус. А, это фокус. А давай я, да, попробую, и ты попробуешь все это собрать. Ну, я могу сделать только в течение минуты. Давай. А? Давай. У нас минута целая есть. Итак, вы готовы, где дорогие телезрители? Рубрик нам? На какой рубрике? Сейчас мы проверим. Сейчас, все. Онлайном. Сейчас, я попробую за одну минуту. За одну минуту. Сейчас, я вот, по-всякому, как угодно. Смотрите. Я стараюсь. Я надеюсь, что не получится. Итак, вот. У нас есть минута, да? У нас есть минута. Все, раз. Ты комментируй, расскажи, пожалуйста, да. Где ты был? Я был на охоте. Да, мы ждали Алексея, да. Ну, определенное время. Да, я был на охоте, я очень соскучился по городу. По городу? По цивилизации. Цивилизации. Сколько ты был на охоте? По Инстаграму. Сколько был? Около 2 недель. 2 недель? Добыча? Добыча? Добыча. Добыча-то есть или нет? Добыча есть. Ну, говори тогда, кто? Один гусь. Гусь уже хорошо. Один гусь. Угу. И около... У нас там было около, скажем так... Около 2 гусей. Нет, но остался один гусь. Около 10 человек нас там было. Ага. И одного гуся вы съели? Нет, мы там не ели. Сейчас. А вы не ели. Это как добыча получается. Да. А ты привез, получается, домой? Да, конечно. Показал жене, детям? Да. Угу. Сколько мы... У нас еще остается 30 секунд. 30 секунд, да? Я не знаю, успеет, не успеет. 30 секунд. Сейчас. Сейчас посмотрим. Сейчас попробуем. Пока раз, секунда есть. Раз, два. Ну, а еще что можешь рассказать, Алексей? Еще я специально сказать, мешаю Алексею. Вот. Еще осталось-то 15 секунд. Ну что, сейчас проверим. И показываем нашим телезрителям, все ли здесь четко. Леха, дай 5. Да? Просто по-братски. Давай 5. И давай точку ставь, Леха. Точка. Вы смотрели рубрику «Алешин Иллюжин».